В воскресенье 2 апреля российская армия обстреляла гражданские объекты в Константиновке, промышленном городе вблизи Бахмута на востоке Украины. Это важнейший транзитный пункт для доставки грузов и личного состава украинской армии на Бахмутский фронт. По меньшей мере 6 человек погибли и около 10 получили тяжелые ранения, согласно заявлению Андрея Ермака, главы администрации президента Украины. Удар пришелся по жилому кварталу в центре города, что привело к большим разрушениям и гибели людей. В результате ракетного удара образовалась большая воронка. Константиновка расположена всего в 20 километрах к западу от Бахмута. Отсюда на фронт отправляются подкрепления и боеприпасы. В этом районе нет военных целей, поэтому очевидно, что это была атака против гражданского населения. Взрывы также были слышны в оккупированном Мелитополе, который служит важным транспортным узлом для российской армии. Как сообщил украинский мэр города Иван Федоров, целью атаки ВСУ было железнодорожное депо.